Привет, на связи Денис. В этом видеоролике я вам покажу, как легко и быстро купить криптовалюту на бирже Binance. Все это я буду делать со своего телефона, поэтому я зашел в свое приложение Binance, залогинился и, собственно говоря, сейчас буду переходить к покупке. Внизу экрана есть кнопка «Рынки». Я нажимаю сюда, и после этого я должен найти пару, то есть я должен найти ту монету, тот токен, который я хочу купить. Соответственно, я его должен купить за что-то. За что-то — это за стейблкоин. Самый популярный стейблкоин в мире — это USDT. У меня вот есть уже на кошельке мой USDT, в данном случае у меня есть $642, и в конкретном примере я буду менять один стейблкоин на другой стейблкоин. То есть я за свои USDT сейчас куплю другой стейблкоин, который называется BUSD. И в дальнейшем покажу вам, зачем я это сделал и для чего я дальше буду использовать BUSD. Итак, возвращаемся в кнопку «Рынки». Здесь я прописываю пару BUSD USDT. Просто кликнул на BUSD и вот вижу вверху пару BUSD USDT. Вот это вот, что пишет 10x, не нужно обращать на это внимание, это маржинальная торговля. То есть вы не будете сразу же покупать с 10x, вы вот видите, у вас подсвечивается спот. То есть вы на спотовом рынке, на обычном. То, что 10x, это просто как дополнительная информация, что вы можете еще торговать эту пару с кредитным плечом вплоть до 10. Но в данный случай, в данный момент, это нам не несет никакой информации, и так делать мы не будем. Поэтому нажимаем сюда на BUSD USDT, у нас прогружается график, мы видим, что это стейблкоин, курс приблизительно 1:1, и я хочу купить, поэтому я жму внизу кнопку «Купить». После этого я вижу, что у меня есть разные ордера. Если я нажму вот сюда, у меня высвечивается список, есть лимитный ордер, есть рыночный, есть топ-лимит, ОСО, но меня интересует рыночный. Рыночный ордер – это тот ордер, когда цена автоматически высчитывается, средняя цена, которая есть в данную секунду, и я в ту же секунду покупаю. К примеру, если я поставлю лимитный ордер и выставлю лимитку на $1, то я буду ждать, пока цена опустится к $1. А сейчас цена, мы видим, $1.0001. И пока цена не опустится ровно к 1.00000, у меня этот лимитный ордер не сработает. Но я хочу купить в данную секунду, я не хочу ждать, я хочу купить по той цене, которая есть в данный момент. Для этого я выбираю ордер рыночный, и здесь я теперь прописываю, на сколько долларов, на сколько USDT я хочу купить. Я могу вписать количество BUSD, которое я хочу получить, или же я могу нажать, переключиться на кнопку «Всего» и вписать количество USDT, на которое я хочу купить. Или же я могу еще третий вариант, я могу выбрать, на сколько процентов от своего капитала. В данном случае у меня капитал пишется «Доступно $642, 642 USDT». Я могу на 25% купить, 50% и так дальше. Здесь плюсиком регулировать. Я хочу конкретно купить на все 100%, жму 100%, у меня выбираются все мои в данную секунду $642.26. Нажимаю кнопку «Купить BUSD». У меня срабатывает ордер, и все. Теперь у меня доступно 0 USDT. Спрашивается, где мои BUSD. BUSD у меня на спотовом аккаунте, я их только что купил, вот буквально за одну секунду. Если я нажму на вот этот вот конвертик, на историю, мы видим, что открытых ордеров у меня нету. Но если я перейду в историю ордеров, мы видим, что вот мой ордер, который уже был исполнен. И я купил на $642.13 по рынку. Я могу нажать и посмотреть еще более детально всю информацию про эту транзакцию. Вот так вот просто можно купить криптовалюту на бирже Binance через мобильное приложение, не только стейблкоин. К примеру, вы хотите купить самую популярную крипту — биткоин. Значит, вы находите пару биткоин USDT, вот именно такая пара. И обратите внимание, что вы не находите пару BTC-ST или же BTC-UP USDT, BTC-DOWN. Это совершенно другой биткоин, и не нужно туда лезть, поскольку он торгуется совершенно по другим принципам. Если вы хотите купить биткоин как инвестор, вам нужен просто чистый биткоин, BTC USDT. Зашли сюда, у вас, соответственно, должен быть тезер USDT. Нажимаете кнопку «Купить», выставляете, к примеру, на сколько тезера вы хотите купить, там на $100, жмете кнопку «Купить», точно так же покупаете. А теперь давайте перейдем к второй части видеоролика. Я вам говорил, что расскажу, куда я этот BUSD в дальнейшем буду инвестировать, да, что я с ним буду делать. Дело в том, что сейчас у нас происходит лаунчпул. Я нажимаю вот сюда кнопку «Лаунчпад», и мне показывают все лаунчпулы, все лаунчпады, которые есть в данную секунду, активны или же неактивны. Сейчас скоро вот у нас в эту ночь будет уже активен лаунчпул на токен ATA. Для этого я зашел в вкладку «Лаунчпад», зашел в раздел «Лаунчпул», опускаюсь ниже, здесь, где «Пул BUSD», нажимаю сюда. И вот именно сюда я сейчас закину свои BUSD. У меня уже доступно 649 BUSD. Я нажимаю кнопку «Стейкинг», выбираю максимальное количество. Так, выбрал максимальное количество, мне показывает какую-то ошибку. Для этого я выхожу обратно и обновлю платформу Binance. Жду обновления и делаю то же самое. Захожу в «Лаунчпад», опускаюсь ниже, захожу в «Пул BUSD». Идет период подготовки, нажимаю кнопку «Стейкинг», нажимаю кнопку «Все».
Вот, теперь у меня все сработало, был просто какой-то глюк. Нажимаю кнопку стейкинг, и с данной секунды мои BUSD у меня лежат в лаунчпуле. Лаунчпул у нас начнется через 9 часов 25 минут, и мои BUSD начнут работать на меня. Каким образом? Я буду предоставлять ликвидность в этом пуле за счет того, что я, грубо говоря, заморозил свои BUSD. И мне будут начислять новые токены, в данном случае под названием ATA. В дальнейшем ATA выйдет на биржу, я точно так же зайду в рынки и уже только не куплю ATA, а продам ATA. Тем самым данные BUSD, то есть в данную секунду это доллары, они мне обеспечивают пассивный доход. То есть мои BUSD приносят мне новые токены ATA просто за то, что они там лежат. Если мне потребуется, я могу в любой момент снять свои BUSD. Для этого я жму кнопку «Выкупить», жму, к примеру, кнопку «Все» и жму кнопку «Выкупить». Вот, в принципе, и все. Мои BUSD у меня снова на спотовом аккаунте. Но они мне, к примеру, сейчас здесь не нужны. Я нажимаю кнопку «Стейкинг» и ложу все свои BUSD в стейкинг. Друзья, вот такая вот информация. Был полезен. Оставляйте лайк и какой-то хороший длинный комментарий. Всем пока-пока. С вами был Денис. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну и, конечно же, если вы еще не зарегистрированы на бирже Binance, то можете это сделать по самым выгодным условиям, а именно со скидкой 20% на все комиссии биржи. Скидка в 20% на регистрацию есть под этим видеороликом в описании. Переходите и забирайте, кому нужно. Всем пока. До новых встреч. Зарабатывайте.